Всем огромный привет! Рада, что вы зашли на мой канал. Давайте с вами полистаем восьмой каталог, посмотрим, что он нам предлагает, какие новинки, какие акции и что вообще тут есть интересного. Первая страничка, обложка каталога у нас идет с новинкой. Это Avon Attraction, парный аромат для мужчины и для женщины. В общем и целом, ароматы мне понравились. Если честно, мужской аромат мне напомнил Элит Джентльмен, но может быть я ошибаюсь, но вот почему-то у меня такая ассоциация. Женский аромат я себе заказала по фокусу. Собственно, вот так вот он выглядит. Здесь у нас идет название Attraction Rush. Абсолютно идентичные флаконы предыдущим. 50 мл также. Восточно-цветочный аромат. Входит сюда земляника, жасмин, самбак и гипнотическая амбра. Аромат мне понравился. Он сладковатый, достаточно стойкий. Я слушала... Точнее, слышала аромат на себе где-то часов 6, наверное, так точно. В основном я находилась на улице, и мне очень нравилось, как аромат на мне звучит. Но тогда, когда я вернулась домой, аромат для меня стал немножко удушлив. Так что главное с ним не переусердствовать. В принципе, ароматом я осталась очень довольна. Обязательно буду им продолжать пользоваться, но в прохладное время года. Вот так вот. Так, следующая страничка у нас идет с ароматами, также парными Attraction, классическая версия, женский древесно-фруктовый аромат, тут ежевика, магнетический мускус и амбра. Аромат тоже такой интересный, но он более дерзкий, наверное, по своему запаху, чем, допустим, сейчас Attraction Rush. Здесь у нас новинка, предлагают нам вот такие бриджики при покупке на сумму 450 рублей, их можно будет приобрести за 1400, грубо говоря. Также размерная сетка начинается с 40-42 и заканчивается 56-58. Так, дальше предлагают нам также интересное предложение по водичкам Persif. Тоже приобрести на 450 рублей из всего каталога, и за 500 рублей практически получается водичка. Из этой линейки у меня есть Persif Dew. Аромат очень свежий, он идет у нас с морской цитрусовый, фрезия, дыня и сандал. Понравился мне данный аромат. Он очень легкий, прекрасно подойдет на весну и на лето. Красиво выполнен флакон. Ну, как всегда, это классическая версия, но очень мне нравится такой нежный зелененький цвет. Приятный аромат. Мне кажется, очень многим он понравится. И можно даже практически его покупать с закрытыми глазами, так как он очень свежий и легкий. Вот, возможно, когда-то приобрету себе еще классический Persif, а вот Persif Oasis мне не понравился. Он идет, конечно, очень стойкий аромат, но сам парфюм как-то немножко не мое. Хотя он идет цветочно-зелено-мускусный, фиалка, белый пион и хлопковый мускус, да. Он очень такой... терпковатый. Следующая помада Леди здесь у нас по привлекательной цене 119. Из этих оттенков у меня есть два. У меня еще предыдущая версия. Один из них капучино, а второй называется винтажный розовый. Так, оттенок капучино, собственно, выглядит вот так. Здесь вот он в каталоге смотрится более таким как бы рыжим, но на самом деле оттенок более такой холодноватый. Нюдовый тон. Приятная такая мягкая помадка, красивый оттенок, тоже, мне кажется, подойдет абсолютно всем. Он глянцевый, нету ни шиммера, ни блесток. Хорошая помада и очень бюджетная. Тоже она такая достаточно кремовая, увлажняет губки. Отлично. И второй оттенок, это винтажный розовый. Так вот он выглядит. И в каталоге. В каталоге тоже он смотрится более такой какой-то... сиреневый. Вот сам оттенок тоже такой приятный, правда, он немножко холоднее вживую, но вот на камеру немножко теплым передается. Также приятный оттенок, достаточно пигментированные помады, тоже стоит на них обратить внимание, и цена просто супер. Карандашики эти тоже очень хорошего качества, 159 рублей. Так, дальше 209 рублей тушь.
водички Summer White 275. Здесь у нас 275 рублей. Вот мужские и женские ароматы. Тоже хорошие цены на эти парфюмчики. У меня также есть два женских аромата с Quintessence. Вот так вот они, собственно, выглядят. Такие вот две приятные бомбочки. Вот. То есть это вот такой. И получается вот этот. Ароматы можно смешивать и получать какой-то определенный свой уже аромат. Так что можно немножко поработать парфюмером. Вот, ароматы приятные, очень мне нравятся. Я тоже покупала практически их с закрытыми глазами. Достойные. Цитрусовый очень такой свежий, действительно цитрусовый. А персик идет очень такой сладковатый, мягкий аромат, тоже приятный. Так, здесь у нас идет для все, что связано с загаром. Отличное предложение на сухой шампунь. Да и вообще по 99 рублей парочка вот эта тоже замечательная. И 219 мега цена я себе уже заказала. Написала, точнее, заказ. Так, 145 рублей тоже супер цена. Внутри эффект тут у нас предлагают. Так, дальше Pure Blanco. Набор за 500 рублей, 3 продукта, тоже хорошая, считаю, что цена. Новый дизайн и новинка. Ну, насчет новинки не знаю, данный аромат уже был в каталогах. Просто переиздали упаковку, если я не ошибаюсь, этому аромату уже 10 лет. И вот решили они тут немножко обновиться и обратно вернули Pure Blanco Blush. Так, тут у нас Avon Cherish, набор за 789 рублей. Можно также послушать. Здесь у нас предложение идет один за 759 и два аромата за 1230, грубо говоря. Из этих ароматов мне нравится только вот этот Incandescence Glow и Femme. Femme у меня уже есть, вот этот вот тоже планирую когда-нибудь приобрести. Так, здесь у нас скидка до 55% на данные продукты. Новинка. Мужской дезодорант. Aspire, если я не ошибаюсь, называется. Здесь у нас новинка прошлой компании. Это My Everything. Тоже водички интересные. Тоже можно послушать и познакомиться с ароматом. А здесь у нас такие вот предложения на люксовые ароматы. Today любого миллилитража можно приобрести. Очень мне нравится Amour, просто волшебный аромат. И вот Avon Life тоже привлекает, но пока особо еще не прочувствовалась к нему. Так, здесь у нас идет Elite Gentleman. Также на данной страничке два аромата можно приобрести по цене 739 рублей. Выгодно. И вот эти тоже можно ароматы за 1230. Так, дальше наборчик за 500 рублей из трех продуктов. Тоже хорошая акция, предложение. Так, такие вот у нас тут. Найди свой аромат. Вот очень нравится вот этот. Кстати, вот Mesmerize, вот эти меня, больше, наверное, нравится черный, чем красный. Так, тоже классное предложение. Каждый можно приобрести за 119 рублей при покупке двух. Это именно на Lucky Gel Shine. Страница 52-55. Тоже новенькие оттенки. Меня привлекает вот этот светло-вишневый цвет. Покрытие. Так, здесь у нас тушь Mark представлена. Разного можно нанести, разной плотности сделать объем и нанести на ресницы. Обновленная линеечка. Так, Glow, Mark Glow, тональное средство для лица. Легкое сияние 259 рублей. Очень сияющий продукт, прям очень. Так, здесь у нас тоже новиночка. Блеск для губ. Так, помады максимум цвета. На эти помадки у меня есть отдельное видео со сводчами. Практически все оттенки
Еще хочу сказать то, что внизу под видео обязательно читайте название, я написала, так как я снимала по каталогу, точнее снимала по фокусу, и в фокусе были одни названия, в каталоге были совершенно другие. Но я выписала все названия, как они есть, так что можете посмотреть, кому интересно выбрать какой-то оттенок. Так что вот. Так. Здесь у нас также линейка Марк и помады с эффектом объема. На них у меня тоже есть отдельное видео со всеми 10 сводчами. Можно посмотреть, как они смотрятся и на руке, и на губах. Так, здесь у нас румяна шарики. И из этих оттенков у меня есть оттенок Cool. У меня два их вида, но оттенок совпадает именно Cool. Выглядит он вот так. Один в один практически с каталогом, но все же вот вживую их рассмотреть все же можно. Данные румяна у меня уже достаточно давно, года, наверное, 3. Очень их люблю, дают красивое сияние, такое больше, наверное, персиковое, чем какое-то там бронзовое. Но классные, мне очень нравятся, довольна данными. Защищаются они вот такой вот губочкой и такая вот крышка. Ну, это у меня еще старая версия, поэтому сейчас-то их уже обновили, так что вот. А второй оттенок у меня называется он вот так. Он, конечно, идет уже очень насыщенный. Эти шарики мне пришли в подарок. Для сравнения, допустим, если их посмотреть, то вот. Разница, конечно, огромная. Но это не этот оттенок, это другие. Ну вот все же покажу, чтобы имели представление. А вот эти очень нравятся. Эти пока не пробовала, лежат еще. Вот тоже тут губочка. Едем дальше. Здесь у нас помады матовые. Матовое превосходство. У меня имеется также 4 оттенка данных помад. Сейчас я вам их быстро покажу. Так вот выглядят помады вживую. У меня здесь есть 3 оттенка, которые я очень люблю, и один оттенок, который мне совершенно не нравится. Самый классный для меня оттенок, который был первый, вообще, который у меня появился, это Red Supreme. Классический такой красный цвет. Так вот он выглядит. Он, скорее всего, что вот он на модели, на актрисе. Итак, смотрим swatch. Очень плотный цвет, они идут с холодным подтоном, так что нравится, создают красивый бархатный эффект на губах. Следующий оттенок, который у меня появился, называется Movie Matters лиловый. Он такой оттеночек на повседневку, я бы сказала, но тоже они очень пигментированные все цвета. Тоже нравится оттенок, красивый. Конечно, немножко, опять же, камера искажает оттенок. Они более холодные по своему тону, но очень мне нравится. Так, и еще один самый, наверное, классный оттенок, который у меня есть, он называется Ruby Kiss. Вот так вот он выглядит в каталоге. Почему-то больше такой какой-то оранжевый передает, но на самом деле он такой красный, даже красно-розовый, с таким прям холодным подтоном. Но почему-то у меня тут желтит в этот раз. Насыщенные оттенки, очень мне нравятся, я просто в восторге. Оттенок, который я заказала, сказать, оттенок ошибка для меня, называется Pure Pink. Выглядит он вот так в каталоге. Казалось бы, такой оттенок тоже на каждый день, нейтральный, нюдовый, но на губах смотрится отвратительно. Красивый дает цвет, красивый сводч, но губы выбеливает и подчеркивает, вообще выделяет все какие-то недостатки, шелушинки. А вот эти вот темные оттенки смотрятся классно. Так, с помадами разобрались, едем дальше. Так, здесь у нас тоже 309 рублей. На эту помаду тоже есть у меня все, практически все сводчи, кроме одного, наверное, вот этого.
Да, по-моему, вот этого оттенка у меня нет. Тоже можно посмотреть. Так, помадки. Ой, дальше у нас тени. Четырехцветные. Очень люблю оттенок Моколоте. Самый, наверное, крутой. Так, дальше у нас тушь. Идет тушь тоже у меня есть, и есть прямо с нанесением, как это она будет, как вообще она будет смотреться. Вот такая вот у нее щеточка, она неплохо удлиняет реснички, тоже не скажу, что она какая-то мега крутая, но хорошая тушь и действительно создает длину. Так, дальше. Здесь у нас тональные крема, 265 рублей. С тональными, мне кажется, надо выбирать самый светлый оттенок, потому что они окисляются и становятся желтыми на лице. Так, кисточки, девчонки, с кисточками тоже. Есть у меня одна скошенная кисточка. Так вот она смотрится. Ну и кисточка для румян. Понравились мне сами кисти, в принципе, сделаны они очень качественно, вот эта, так она вообще очень классная, особенно подходит для шариков, кстати, удобно ей наносить румяна шарики. А вот эта кисточка больше подойдет для бровей, чем для подводки, так как у нее... В общем, здесь идет такой толстый срез, не очень удобный, но вот для прорисовки бровей неплохо, а эта кисточка очень классная. Так, дальше... Лаки для ногтей. Понравились мне вот эти красивые лаки. Тоже есть несколько у меня цветов. Вот этот очень красиво смотрится. Так, дальше помады люкс. Так, цены от 299 рублей. Так, дальше тут тоже никаких акций. Тоже крем люкс. У меня тональный крем в оттенке... Так, Nude Body называется цвет. В общем, что хочется сказать. Несмотря на то, что цвет идет очень светлый, но он также окисляется. Сама текстура крема очень классная, мне понравилась. Не подчеркивает никаких недостатков на лице. Красиво ложится, распределяется, но очень сильно окисляется. Нужно было брать более светлый тон. То есть, если у меня взят второй, так, не знаю, который из этих. Но, в общем, брать нужно, наверное, фарфоровый, чтобы подошел по цвету. Так что вот. Дальше у нас тут идет New Clinical. Тоже акция при покупке... любого средства Инью можно заказать водичку Прима за 159 рублей. Шипрово-цветочно-древесный аромат. Он такой достаточно тяжелый. Ноты сливы, прованская роза и кедр. Для меня этот аромат очень терпкий, очень насыщенный и даже горьковатый. Не нравится мне, к сожалению, данный аромат. Так, такие вот здесь у нас продукты. Обновленные. Для тех, кто заказывал в прошлом каталоге пробники, вот можно заказать по нижней цене. Получается, скидочка будет на них. Так, 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 так. Прояснулось у нас. У нас новинка Color Trend, линейка для выпускного. Красивые такие девчачьи оттенки. Clear Skin. Так, здесь у нас также представлены новинки мода и стиль. Ветер с моря называется. Понравилась мне сумка, как она выглядит вообще, очень такая, там идет одно отделение. Сумка красивая, качество кожзама тоже достойное. И колье также понравилось, интересно смотрится. Ну, платье как бы, не знаю. Так, дальше у нас такие вот новинки здесь представлены. Сумочки. Очки.
джеггинсы. Так, тут у нас белье. Тотальная ликвидация. Такая вот страничка. Тут бижутерия, сумки, зонты, шарфики. Кстати, с шарфиками здесь перепутаны местами шарфы. Шарф Виолетта — это вот этот темный, а Микаэлла — вот этот светлый шарф. Так что обратите на это внимание. Не перепутайте, а то ожидание и реальность не совпадет. Украшения. Дальше у нас уход и забота. Нутрифект серия. Так. Планета спа. Новинка. Блистательное увлажнение с ароматом удового дерева. Очень мне нравятся вот эти. Особенно маска для волос. Вообще влюблена в нее просто. Так, следующая страничка идет с кремами. Вот эти Планета Спа, маленький объем 30 мл. И Avon Care идут по 100 мл. Эти 65 рублей, эти 99. Очень мне нравится вот этот крем. Пока заказывала я его тогда по фокусу. Осталась им очень довольна, прямо хочу еще. Но 30 мл маловато. Avon Care тоже хорошие крема. Вот этот очень приятный, новинка. Такой свежий запах у него. Привлекательное предложение на очищение и увлажнение кожи лица. 75 рублей можно заказать вот эти продукты. И мыло за 65 рублей. Я себе написала вот это, так что, скорее всего, что закажу. Так, дальше. Avon Naturals крема. Цены от 119 рублей. Итак, средства солнцезащиты. Распродажа. Так, здесь у нас уход за волосами. Тоже закажи любую маску за 99 рублей при покупке любого продукта из серии Advanced Techniques. Так, вот, что-то покупаешь, и можно за 99 рублей масочку заказать. И здесь точно так же. Краска для волос также идет по акции, у нас 250 рублей. Выбери любой шампунь за 149 рублей, 400 мл. Хорошая цена. Так, далее специальное предложение. Электрическая роликовая пилка для педикюра за 899 рублей при покупке любого товара из всего каталога. 69 рублей гель для ног, нравится мне, хорошенький. Так, дальше, один за 109, два за 199. Мне не понравился аромат данных продуктов. Так, 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 новинка, эликсир для ногтей. Насыщает ногти витаминами и минералами, смягчает кутикулу всего за одну неделю применения. Так, цена 165 рублей. Всего за 169 рублей масло 3 в одном. Тоже новиночка. Так, здесь у нас идут мужские наборы за 249 рублей, 339 рублей. И любой дезодорант всего за 139 рублей можно приобрести. Вот. Так, выбери любой всего за 129 рублей. Пена для ванны с 500 мл объема. Дальше. Новинка была прошлого каталога. Это гели для душа Avon Senses, парфюмированная коллекция. Новинка здесь 500 мл появляется. Объемчик. И точно так же вот этот. Для меня не очень ароматы понравились. Такие более насыщенные. Здесь интересное предложение, тоже достаточно выгодное, я считаю. За два продукта за 179 рублей можно приобрести.
Так что обратите на это внимание. Тоже хочется заказать вот себе такой аромат, послушать, попробовать вообще. Так, здесь тоже 179 рублей 2. Продолжение у нас идет. И вот это неплохая тоже акция. Два продукта за 139 рублей. Вот с этих страничек есть что выбрать. Так, здесь, как всегда, набор из 5 продуктов за 179 рублей. Получается 75 рублей всего. Тоже достаточно выгодно. Я считаю, что вот эти предложения прям очень такие вкусненькие для заказа при покупке любого товара из всего каталога. Так что спокойно можно заказывать такой набор. Супер, мой любимый гель. Так, здесь у нас набор идет 2 каталога. Основной и стиль жизни. Также новинка ароматов Avon Femme и Avon Home мужской. Любой гель для душа всего за 139 рублей 500 миллилитров. Ну и на последней страничке у нас представлена линеечка Color Trend. Можно купить ее за 99 рублей при покупке любого товара из всего каталога также. Новинка тушь. Многие говорят, что она походит на тушь Super Shock своей кисточкой. Тоже она такая прям толстенькая, объемненькая. Ну вот такой у нас получился 8-й каталог. Интересные новинки, интересные есть предложения, достаточно выгодные. Надеюсь, что мой небольшой обзорчик и демонстрация каких-то продуктов была для вас полезна. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всех целую и пока-пока!